Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Голди. И сегодня, ребят, у нас новый видос. В этом видео мы наконец-то возьмем вместе с вами 15 тысяч кубков. Погнали! Итак, пришло время, ребятки, брать 15 тысяч кубков. Как бы, согласен, с одной стороны, достаточно долго, но с другой стороны, в принципе, относительно и быстро, да, потому что, если взять, как бы, то, что я не сильно часто играю, да, ну вот, дошел уже до 15, то есть осталось совсем немножко. Мы сегодня вместе возьмем эти 8 кубков. Как долго это будет длиться, мы все увидим с вами, вот. И вы можете меня поздравить, да, в конце с 15 тысяч. Мы будем двигаться дальше к 16, вот. И совсем скоро на канале хочу придумать какой-то конкурс. То есть есть идеи, оставайтесь до конца видосик, вы все услышите, будут крутые конкурсы скоро на канале Голди. Так, ну а первым делом, как всегда, ребятки, показываю свой клуб, да, у нас, как видите, полный фулл, 100 человек. Мы подняли трофеи на 15 тысяч, и у нас уже 1 620 000 кубков, это просто жопа. И я опять, ребятки, забыл, где смотреть топ-клана, поэтому, пожалуйста, в комментариях напомните мне, потому что я хотел недавно посмотреть топ-клана, как на каком мы месте там, да, но опять не смог, забыл. Так, ну и как всегда, все, что я как бы, нам осталось совсем немножко, 9 дней, ну, грубо говоря, 10, да, вот, пройти весь Brawl Stars, Brawl Pass, я не знаю, наверное, я не успею, потому что я мало играю, не задрочу, вот, не успею я выиграть этот скин, вот, ну, зато есть некоторые призы, мега-ящик там, бла-бла-бла. И мы сейчас с вами как раз, я думаю, откроем еще и вот эти два ящика в течение серии, да, откроем. Ну, сейчас пооткрываем. Да, совсем жесть, ребята, до сих пор не могу выбить Нани. Кто, кстати, выбил Нани, обязательно напишите в комментариях. Мне интересно, сколько уже. Да, наверное, уже все повыбивали Нани, только один я, нуб, не могу его выбить. Просто жесть, да. Но зато Гейла я апнул уже до 19 ранга. И 7 сила, да, вот, неплохо. Вот, поэтому, возможно, мы сейчас с вами Нани выбьем. Открываем большой ящик, Big Box. Боже мой, как я давно не открывал, как я давно не донатил. Поэтому, если вы хотите, ребятки, побольше видосов про донат, ставьте лайкос, пишите коммент, что снимай побольше доната. И обязательно мы как бы восстановим нашу рубрику, потому что раньше, можете поклацать вниз там в канале, было офигенно много видео про донат. Я реально очень много денег кидал, вот, по 100 долларов, как бы так сказать, кидал, да, покупал много, все для вас. Сейчас чуть-чуть перестал, как бы, покупать, донатить, вот. И, ну что, смотрим, сколько будет. Опять 5 предметов. Ё-моё, когда мне уже выпадет какие-то ништячки, да, в виде там, например, хотя бы гаджета, потому что у меня много еще игроков, которым нету гаджета. Так, 200 удвоялок, хорошо, как раз пополним немножко мы коллекцию нашу, ну, склад, да, потому что они относительно уже мало. Так, тут я вообще не ожидаю ничего выпадать. И опять я все позабывал, там кто-то мне рассказывал, что если определенное количество монет падает в начале ящика, то это бинго! Ребятки, это будет какой-то крутой, да, как бы, ну, подгончик. Ну, как видите, нифига. Вот, 200 монет тоже хорошо, и теперь у нас обычный маленький ящик. Да, скоро хочу снять, ребята, на аккаунте Пучелли, я там всегда говорю, у меня там еще 50 ящиков всяких, еще старых, легендарных осталось, исторических, вернее, да, остались эти ящики еще до обновы. Вот тут есть такая кнопочка, и там нажимаешь, и можно пооткрывать. Я думаю, мы пооткрываем эти ящики, апнем уровень Шелли и начнем наконец-то ее качать, побольше качать. Вот, это все будет тоже скоро. Так, открываем последний большой ящик, посмотрим, что тут будет. 3 предмета. И как... О, ребятки, что-то будет! Ну, наконец-то же! Я знал! Ну, я думаю, что вангую, ребята, что это не Лего. А если будет Лего, то я, наверное, просто буду очень рад. И думаю, что это не Нани. Хотя очень хочу Нани! Вот, это, наверное, какой-то гаджет. Итак, да. Это даже не гаджет, это пассивка. Круто! ПМ «Звездная сила», «Мамины объятия». Лечебная турель теперь еще и наносит врагам 500 очков урона в секунду. Прикольно. Потестим. Вот у меня уже получается ПМ с пассивочкой, да? Это все круто. Ну, на этом и то спасибо. Вот, поэтому у меня уже очень много игроков десятых. Вот, круто. Но я хочу пассивку выбить, которая вот эта вот. Которая, когда стреляешь, лечит. Она очень крутая, особенно крутая в роборубке. Ну что, ладно, наверное, хватит нам тарахтеть, да,
разминать языки и попробуем поиграть. Наверное, ребятки, давайте попробуем на Вороне. Если сейчас на Вороне будет слив, то мы переключим на какого-то другого игрока. Посмотрим. В общем, посмотрим, с какого раза. Если сейчас с первого раза выиграем первый бой. Да, карта еще не поменялась. Это у нас получается вчерашняя карта. И сейчас мы будем быстренько открывать все вот эти вот... Очень классный скин у Ворона, просто обожаю. Когда он был с обычным скином, ну да, как птица, мне не сильно нравится на самом деле его голова. Вот, как-то так. Но тут робот меха, да, конечно, просто шикарный, просто шикарен. Так, у нас получается 3 баночки, и это уже более-менее неплохо. Со мной играет, как видите, сейчас вот туда. На тебе, тоже 3 банки. Ага. Так, со мной играет, как видите, ребятки... Этот самый, мы сейчас попробуем набить. Ой-ой-ой, неужели я сейчас умру? Чувак, если я умру, подбирай. Сейчас еще одна, еще один раз. Фу, 20 хп. Ю-ху, я жив, я не умер. Так, нормально. Я думал, если я умру, то надо успеть как можно ближе подойти к своему напарнику. И таким способом мы ему оставим. Вот так вот, вот черт. По 6, конечно, кусается. Нужно... Короче, если мы сейчас проиграем, это будет 0. Нужно чуть постараться, чтобы было не 0. Чтобы было второе место, да? А для второго места все просто. Нужно побыть чуть-чуть в кустах. Да, что там стреляешь, да? Так, отлично. Я набил ульту. И она нам очень даже пригодится. Что-то не спешит эта команда между собой там воевать. Биться. Нам бы у того ворона с 3 баночками как-то. Но, как видите, ребятки, нас поджимает газюля. И надо чуть-чуть петлять. Так, черт. Я сейчас умру, походу. Так, все равно, смотрите, все равно таки, черт побери. Все равно третье место. Ну, старался как мог. Да, классный, кстати, этот скин брал. Картошка, прикольный чувак с отверткой. Боже, что ты мелешь, Голди? Это расческа, да? Ну ничего, главное, что 0. Поэтому, если так как у нас не отнялись, видите, жетонов у меня уже совсем немножко, не отнялись у нас, получается, кубки, мы с вами попробуем еще раз на этом вороне. И совсем скоро мы откроем 2 мегабоксика и их откроем. Это будет, наверное, что-то интересное. Так что оставайтесь с нами до конца. Ладно, погнали еще в бой. Сейчас, конечно, если, ребятки, будет слив, особенно жесткий слив в виде 5 места, мы отодвинемся... От 15 тысяч. Когда-то было, по-моему, 13 тысяч я брал, снимал видос. Вот. По-моему, 14 тысяч я брал относительно... Ну, куда ты пошел, дурачок? 14 тысяч я взял относительно быстро. Но, помню... Вот, черт, у меня вообще нет банок. Вообще нет банок. И сейчас нужно чуть-чуть как-то потянуть время, да? Вот 4 команды, тебе надо... Ну, короче, напарник у меня полный ракан. О, не, одна банка у меня как-то появилась. Да ё-моё, ребята, вы, конечно, отстаньте от меня. Я 4 место не хочу. О май год, так, туда не пойду. Там 2 пассажира по 7 банок. Вот эта вот подруга, пускай она уйдет от нас. Пусть они там воюют, да? Воюйте. А мы чуть-чуть отойдем. Нужно потянуть. Нужно обязательно на 3 место выйти, потому что нифига не получится. Да, лети. Ну, напарник у меня, как видите, ребята, просто... Космос, просто очень крутой напарник. О, я, кстати, забыл совсем про гаджеты. Блин, в прошлый раз не узнал гаджеты, в этот раз вообще забыл про гаджеты, ребятки. Да, я двигаюсь. И до сих пор 4 команды. Боже мой, какой у меня напарник тупой, это просто жесть. Благодаря такому напарнику каши много не сваришь, согласитесь. Так, кстати, писали подписчики. Один из подписчиков писал, что Голди, ты постоянно снимаешь Brawl Stars. Почему? Как бы скучно, нудно. Давай снимать всякие хорроры, страшилки там и бла-бла-бла. Ну, мне кажется, что это будет совсем не формат канала. И это добьет, как бы, канал, да? Не совсем. О, 3 команды. Все, нормально. Если даже проиграем... По-моему, там была. Не. Если даже проиграем, то это будет нормалек. Это будет... Ой, черт, не успел. Ну, реально не успел. Очень хотел заюзать, получается. Заюзать хотел ульту, от них упрыгнуть. И тупо не успел. Реально доля секунды. Да, как видите, ребятки, второй бой. И опять у нас 0. Это значит то, что мы пока не будем переключать. Ну что, хватит нам на 2 мегабоксика? Нет, так и не хватит. Нужно еще разочек. Ладно, полетели. Кстати, ребятки, поздравьте, у меня 1303 парных побед. Уу!
кто может похвастаться таким же достижением, да? Так что пишите в комментах, сколько у вас такие рекордики, да? 3 на 3 пока что не сильно, одиночных вообще я не сильно люблю играть, но парных побед у меня достаточно неплохо, так что как-то так. Ну что, ребятки, пробуем наконец-то хотя бы второе место занять, потому что поднадоело. Ну и то хорошо, что мы тупо не проигрывали, да? Вот, кстати, про идеи, да, вспомнил, идеи. Значит, скоро буду проводить конкурс, ребятки, опять на 170 гемасиков, поэтому будьте начеку, смотрите все видосы, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И вот нам бы успеть вот эту... О, черт, вот эта Рика мне не нравится. Я, короче, помог там пацанам пооткрывать, да? Ой, красава, красава, уходим. Уходим. Ах, черт, есть, таки мой яд сделал свое дело. Яд это круто. И вот, ребятки, у нас, в принципе... Что ты? Вот, черт. Как я по нему-то не попал? Есть, ну теперь тут... И по 7 банок, это уже неплохо. Так, надо не забывать про гаджет, потому что я не успеваю, блин, все сразу клацать. Вот там вот ЕМЗ, у которой очень мало, нам нужно это все забрать. Вот так, черт. Блин, ребята, меня пушка убила. И первое место. Ну что, ребятки, поздравьте меня. Это, походу, у нас 15 тысяч уже кубков. Нифига себе. Кстати, крутой будет квест. Надо выиграть 10 раз. На вороне получишь 500. Да, чувак, извини, пока играть не хочу. У нас сейчас другие интересные дела. Вот так вот, ребята, 15 тысяч кубков мы взяли. И одновременно мы взяли следующий шажок по брал-пасу, в котором 2 мега ящика. Сейчас мы будем их открывать. Поэтому ставьте лайк, кто еще не поставил лайк. Так, смотрите, 15 мы взяли. Очень жалко, что уже нету там призов. Мне кажется, что вот они пилят кучу обнов, да. Ну, пора уже как-то допилить чуть-чуть еще путь славы. Согласитесь, очень-очень-очень горит. Хотя бы до 20 тысяч можно реально это продлить. Это как бы улучшит интерес к игре, да. Потому что все нормальные игроки давным-давно уже взяли это 14500. И как бы, хочется тут плюшек еще. Согласитесь, очень хочется плюшек. Так, ну что, пришло время, ребятки, открыть эти 2 мега ящика. Под конец видосика мы их с вами открываем. Вот, начнем, с какого начнем? Давайте начнем с нижнего, который типа бесплатный, да. А тот за донат потом. Так, ну что, сколько будет? Тоже 5 предметов. Ну, я как бы уверен, что нам нифига не выпадет, потому что они мне кинули, получается, пассивку на ПМ. Поэтому второй раз какую-то плюху маловероятно. Очень маловероятно. И мне кажется, что они видят, какие 6 предметов. О, ребятки, это последний бокс, последние минуты, секунды этого видео. И что-то будет интересное. Вангую, что это будет гаджет. Мне кажется, я вот как бы заметил, те, кто много донатят, то потом... Просто, когда открываешь боксики, ну реально очень мало всего падает. Ну просто мало. Они как бы видят, что этот человек умеет донатить. И ждут от него донат. Вот. Ну что, ребятки, зажимаем пальчики. Что же сейчас выпадет? Кстати, Булу могу взять последний уровень тоже. Только не хватает пока что денег. И здесь Гейл гаджет. Пружиномет. Ну, кстати, не сказал бы, что он крутой. Этот гаджет, ну, в принципе, неплохо. Он может ставить пружинку и улетать, да? Когда у тебя сильно прессуется со всех сторон, у тебя есть возможность упрыгнуть на ней. Ну, враги тоже на ней могут прыгать. Ну, тоже неплохо. Как-то так. Мы получили пассивку на Гейла. Ну что, ребятки, вот такое вот было видео. И, кстати, забыл рассказать. Да, вторая идея. Очень важная идея. Про конкурс на 170 гемасиков рассказал. И скоро буду проводить конкурс наподобие как гемы, только приз будет... сняться с Голди в видео. Поэтому, кто хочет, у вас все, у вас как бы есть шансы сняться в моем видосике и чуть-чуть себя как бы прославить, да. Поэтому дерзайте, скоро все будет на канале. Вот, ну а с вас, как всегда, лайк, подписка, колокольчик и поделиться видео с друзьями. Ну что, ребятки, вот такое было сегодня видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет только круче. Всем пока-пока!